Как вы думаете, сколько времени и денег нужно для того, чтобы приобрести свой первый лот? Вы узнаете из этого выпуска. Привет всем! Меня зовут Артур, я являюсь инвестором и успешным учеником Академии торгов по банкротству. Быть новичком в любом деле непросто. Но когда есть поддержка и примеры, начинать намного легче и проще. И сегодня я покажу вам 3 примера на торгах по банкротству, на которых вы легко сможете заработать свои первые реальные деньги. А перед тем, как мы начнем, обязательно подпишитесь на наш канал, где вы найдете огромное количество реальных отзывов наших учеников, которые зарабатывали с нуля большие деньги. Прямо сейчас приступаем к первому лоту. УАЗ-3909, попросту буханка. Начальная цена 12 150 рублей, последняя 1200, на данном этапе 4800. Скажу честно, не стоит дожидаться последнего этапа, уже сейчас вы сможете заработать. И вы узнаете почему прямо сейчас. Открываем фотографии, конечно же за эти деньги у вас не будет рабочего автомобиля, он будет гнилой, ржавый, но здесь нет ни коробки, ни двигателя, соответственно вы читаете также обшивку. Стекла, вы читаете резину, остается около 700 кг чистого металла. Соответственно, в среднем 1000 рублей за тонну, то есть 7000 рублей вы уже получаете при сдаче этого автомобиля в металлолом. Также существует вторичный рынок, где вы легко сможете продать его на запчасти, и ваша прибыль составит около 5000 рублей. Легко и просто. Дальше. Вакуумный упаковщик. Цена 3258 рублей. Открываем Авито, самый дешевый, который я только нашел, за 56 тысяч рублей. Разницу в сумме вы сейчас сами прекрасно можете посчитать в голове, поэтому можно брать уже смело на первом этапе и зарабатывать тысячи и тысячи процентов. И еще один лот, это счетчик, сортировщик для купюр. Он на Авито продается по минимальной цене по России за 5500 рублей. На торгах цена составляет 1900 рублей. То есть уже приобретая на данном этапе, вы зарабатываете в 2 раза больше, чем вложите. Соответственно, также если предложить данный счетчик в некоторые регионы, не только в один, где вы проживаете, то вы можете увеличить свою прибыль в 3, в 4 и даже в 5 раз. Меньше чем за 5 минут я нашел для вас эти 3 лота. Менее 5 минут вам понадобится для того, чтобы проанализировать и принять решение. Около 5 минут вам понадобится для того, чтобы подать заявку на участие в торгах. И около 5000 рублей вы сможете заработать на каждом из лотов. Если вы хотите так же, как и я, находить и приобретать ликвидное имущество, то я настоятельно рекомендую вам записаться на наш бесплатный мастер-класс, ссылка на который вы найдете под этим видео. У меня на сегодня все. Всем спасибо за внимание. Всем пока.